Сегодняшний влог я начинаю в 12:30. Хочу похвастаться и отчитаться заодно. Я сделала печенье подобное тому, что было показано у Ольги Пескун на канале. И это печенье творожное делала ее подруга. Забыла имя, извините. Так, но это по исполнению только похоже на то печенье. На самом деле это утилизация отходов. Стоял кефир в холодильнике. Недели две, не меньше. Также застоялся в холодильнике сыр Фитакса. То есть была куплена коробочка этого сыра. Половина была использована на греческий салат, а половина... Да, вот такой сыр. Ох, вам. А половину стояла в холодильнике, и так начала покрываться плесень. В общем, плесень я срезала. Я как Плюшкин, я настоящий Плюшкин. Плесень срезала, смешала. Так, в общем, короче, в этом в кислом кефире погасила соду пол чайной ложки. Кефира было побольше пол пакета. То есть, 250 миллилитров, ну, скажем, 300 миллилитров, наверное. А сыра было 100 граммов таксы. Добавила в эту же смесь сахар, размяв сыр в этом кефире, с погашенной содой размешала. Добавила муку, добавила сахар на глаз, граммов 100, не больше. Муки ушло. Пожалуй, что стакана 3. Не знаю, может быть, 2,5. Тесто сделала не очень тугое. Но я знаю, если я сделаю тесто недостаточно густое, такое, которое будет размазнёй, то из такого теста у меня ничего не получится совершенно точно. Мне нужно его доводить до такого твердого более-менее состояния. В общем, сделала тесто таким предельно возможным, чтобы к рукам не прилипало. Оно мягкое, но к рукам уже не прилипает, если очень долго не держать. К рукам, к доске, к столу. И раскатала кружочками, сантиметров примерно 18, разрезала на 16 секторов, закатала каждый сектор в рогалик, и вот получилось такое печенье. Между прочим, очень вкусно. Я боялась, что не пропечется, у меня так часто бывает с таким тестом, которое сделано на практически кефире. Вот здесь у меня печется, мам дорогая, дым валит, это не... От печенья, я надеюсь. Это что-то... В этой плите что-то раньше горело и не было очищено. То есть стенки этой духовки содержали на себе остатки пищи. Вот так. Сейчас будем вынимать. Так, пока я тут с вами болтаю, у меня правда что сгорит сейчас. Будем вынимать такие румяшечки. Ой. Так, вот так выглядят печенюшки. Вот видите, вот это вот произошло, потому что я внутри посыпала сахаром вот эту вторую партию, которую только что вынула. А первая партия у меня вот такие, вполне приличные такие румяшечки. Но печенька у меня все равно очень вкусная.